Сегодня хотелось бы поговорить о коаксиальном кабеле. Его очень большое разнообразие на нашем российском рынке. И вроде бы все продавцы убеждают, что никакой разницы в нем нет. Так ли это? Давайте посмотрим. Кабель состоит из центрального проводника, электрика, экрана и оболочки. В качественных коаксиальных кабелях приблизительно это выглядит так. Центральная жила должна быть мягкая отожженная медь, которая при изгибах кабеля не смещается в сторону от центра и не изменяет его параметров. Электрик должен быть физически вспененный. Он очень жесткий на сдавливание и мягкий на изгиб в то же время. Экран, как правило, двойной. Значит, первый экран – это алюминиевая фольга. Как правило, с обратной стороны имеет полиэстер и приклеена к диэлектрику. Сверху, естественно, чулок из луженой меди. Вот. Дальше идет оболочка. Каждый компонент работает таким образом, чтобы физически спинный диэлектрик давит как на центральную жилу, так и на оболочку наружу. Тем самым препятствует движение каждого элемента относительно другого. И при резких перегибах кабеля не дает возможности оболочке проломиться в сторону. Давайте посмотрим, как это выглядит в кабелях других производителей, которые якобы считаются качественными. Вот мы берем первый попавшийся кабель, называется он High Quality. Значит, сгибаем и видим пролом. Соответственно, мы видим эту оболочку. Также оболочка не должна быть скользкой и, соответственно, не должна иметь запаха, резкого негативного запаха. Вот, например, другой кабель. На нем написано, что он сделан в Японии. Это просто уникально. Качество этого кабеля просто удивительно. Разделаем эти кабели. Что мы видим на этом кабеле? Первое. Второй экран не луженая медь, а чистая медь, что, в общем-то, имеет гальванопару со вторым экраном алюминий плюс медь, что приведет обязательно к разрушению экрана. Центральная жила, видимо, очень сильно была нагрета, и полиэтилен не снялся относительно центрального проводника, соответственно, не будет контакта в разъеме. Дальше при перегибах этот кабель дает вот такие изгибы, проломы, что, соответственно, свидетельствует о том, что потери в этом месте резко увеличатся. Берем следующий кабель. Это кабель даже с надписью Japan. Ну, Japan здесь написано не совсем Japan, чтобы ввести в заблуждение людей. Соответственно, разделаем его. Хочу также отметить, большинство китайских кабелей откровенно пахнут. Это достаточно вредно для вашего здоровья. Мы видим, что диэлектрик очень мягкий на сдавливание, очень мягкий диэлектрик. Совершенно не годится, да? Соответственно, что мы видим? При нажатии просто вся конструкция просто ползает. Это, ну, безобразие. Кабелем даже трудно назвать. Соответственно, берем следующий вариант кабеля. Ну вот, например, это подделка, чистая подделка САД-50-го кабеля. Посмотрим, как выглядит он. Соответственно. Ну, так, тут не самый плохой диэлектрик сделан, но тем не менее при изгибе мы видим, что происходит с кабелем, имеется пролом. Да? Соответственно, нажимая, тоже вся конструкция, в общем-то, ползает. И, конечно, это не такой представитель, как вот Made in Japan, но все-таки тоже не самая идеальная вещь. Есть и некоторые кабели более серьезно, давайте посмотрим этот кабель.
Значит, ну, тоже, соответственно, это не физически вспененный, это, естественно, химически вспененный делитель, потому что вся конструкция ползает. Вот. Но также еще мы видим, что этот кабель, по моему мнению, имеет стальную центральную жилу. Сейчас я это проверю. Да, очень упругая стальная жила, очень упругая. Она очень крепкая, и видно срез, это сталь, видненная сталь. Естественно, при царапинах получится коррозия, и, безусловно, как бы этот кабель нельзя применять, потому что при изгибах и обратных изгибах у него будет оставаться вот приблизительно вот такая вещь внутри кабеля, что будет приводить к увеличению потерь. Ну, соответственно, она также держится не очень хорошо, хотя, в принципе, ну, вот, все это легко разбирается. Вот еще один кабель у нас представили. Сейчас мы его посмотрим. Он даже имеет полосочку, напоминающую полосы, которые наносит кавель, оригинальный кабель. Вот. Но посмотрим, так ли у него качество. Проверяем, да, кабель покрепче, но тоже как бы ничего хорошего. И да, у него достаточно жесткая жила, она медная, но не отожженная. Ну и также видим, что конструкция кабеля достаточно хлипкая. Ну вот для того, чтобы потребитель совсем не запутался, ему пишут не только SAT 703, а чтобы и RG6. Надо RG6, пожалуйста, вам RG6. Надо 703, пожалуйста, вам 703. Ну, можно его попробовать разобрать, что получится с ним. Ну, здесь явно видно, что очень мягкий диэлектрик. Очень мягкий диэлектрик. Он очень мягкий. Соответственно, тоже, да, вот, о, центральная жила просто, вот, можно ее, я думаю, выдернуть, вот видите, я даже пальцами не держу. Естественно. Ну, а оболочка держится нормально, а центральная жила, вот, к сожалению, так. Ну и вот, мы видим, это кавель, оригинальный кавель, попробуем его. Соответственно, разделываем кабель. Ну и проверяем таким же образом. Вот у меня. Я согнул жилу, но выдвинуть мне кабель не удалось. Я пытаюсь выдвинуть диэлектрик. Как мы видим, ничего не получается. Дальше обратите внимание, это же кабель. Да? Я делаю изгиб. У нас нет проломов здесь. Вот, вот это качественный нормальный кабель, который не скользкий. На изгиб не дает проломов, как, например, вот этот якобы японский кабель. Соответственно, да? Вот, у него не ползает диэлектрик, потому что он по-настоящему физически вспененный, и он оказывает нагрузку, воздействие и на центральную жилу, и на внешний диэлектрик. Соответственно, вот этот кабель, он крепкий.